Женщину, которая пыталась сбыть крупную партию наркотиков, задержали в Вологодском районе сотрудники местного и череповецкого наркоконтроля. Ее поймали в деревне Скрябино. Во время личного досмотра полицейские изъяли свертки с неизвестным веществом. Также во время осмотра мест проживания и тайников закладок, которые успела сделать злоумышленница, оперативники изъяли свертки с неизвестным содержимым. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общим весом порядка 500 грамм. Со слов задержанной в Вологду, она приехала из Архангельска для распространения запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит пожизненное лишение свободы. Подозреваемого в незаконной рубке леса задержали в Верховажье, им оказался ранее судимый местный житель. Мужчина рассказал, что решил заработать на сборе еловых шишек. Злоумышленник взял бензопилу и спилил 6 елей. По словам задержанного, он собрал примерно 5 мешков шишек и сдал в пункт приема. На вырученные деньги купил продукты и сигареты, возбуждено уголовное дело. Мужчину, который в ходе конфликта распылил перцовый баллончик в лицо оппонента, разыскивает полицейский в Вологде. Инцидент произошел 29 декабря прошлого года в лифте дома номер 32 по улице Беляева. Подозреваемый мужчина на вид 35-40 лет, среднего телосложения, лысый, черная борода, был одет в черную куртку-парку, черные штаны и черную обувь. Если вы узнали разыскиваемого, сообщите об этом по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Квартира горела в Вытегре, пожар произошел накануне в начале 3 часа дня. Общая площадь 6 квадратных метров. Повреждено внутренняя отделка комнаты, обои, линолеум, диван. Оплавился натяжной потолок. Предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования.